Всем доброго времени суток. Да я решил с ночи начать снимать, потом склею, всем покажу видео. Ну. Порядок чуть привели. Осталось немножко плиту только помыть. Так. Пойду кормить аглоедов. Не дождусь, когда... Что, ты будешь розетку попросить? Да, жаль, зиму починили. Ладно, пойду. Мне чуть-чуть расшевелили. Так, все. Я пойду на улицу кормить. Потому что я тут предыдущий вот такая. Все-таки с водой классно. Мне это прикольно. Что есть в доме вода. Медалька любит здесь подзаседать. Окошко чуть надо приоткрыть, пусть она. Вот. Так. Такие вот дела. Так, пойду я к собакам. Как раз фонарики зарядились. Так, все. Так, беру кастрюлю. И на автомобиль. На автомобиле. Автомобиле. Так, что-то. Тут какой-то небольшой дурдом идет. О, глаза загорелись. Тихо. Будет и у вас завтра свету. Все, все, иду кормить. Иду. Лужи стоят. Сейчас дождик моросит. Вот. Так, и творог заодно сейчас это сполосну. Так, чуть-чуть. Ну, видите, мяса нет. Сейчас я начерпаю творог заодно. Все, сейчас забираю. Творожки, творожки. Вы мои дружки, да? Бытовушка. Непрушка, заварушка. Да, я к вам сейчас буду, мешок привез из дома. Буду вам варить это. Как вам? Пшеничный размол. Так, все. Еду к вам, друзья мои, товарищи. Так, пусть дом проветрится чуть. Думаю, что-то это, жарковато. Сейчас батареи подключали. Потому что на улице плюс 3. Погнал. Так, кьюрбан. Так, вода у тебя есть. Сейчас, ждите. Так, чуть поставлю в сторону. Сейчас я вас всех накормлю. Черпак, ладно, не пойду уже домой за черпаком. Такие вот куски мяса здесь не проворачиваются. Всего. Ой, какая вкусная. Леверок. Кьерчик. Так. В принципе, не особо грязно. Чуть-чуть есть. Иди кушай. Иди кушай, мальчик. Что, горячий еще? Да нет. Так, творог я тогда вам в конце. Белка, голова твоя тебе до добра не доведет. Застрянешь когда-нибудь. Будем МЧС вызывать. Да. Морда. Хантуля, просыпаемся. Пожалуйста, выйдите. Я понимаю, что не то время для кормежки, но в последнее время такие... Такие куски мяса. Да, на. Оп, оп. Тяжеловато. Иди кушай. Творог я на обратном пути буду отдавать. Вот так вот начал снимать видео, показать с ночи, конечно. Но что сделаешь. Так вот другого времени. Утром продолжим. Нюхает, нюхает. Я знаю, ты стесняешься всегда кушать при ком-то.
пиздец такая была. Не, ну от мяса-то. Чё, койор? Иди. Иди. Нет? Не хочет. Что-то круг какой-то сделал. Беладонна, ты моя Мадонна. Что? Дурюк-то картонная. Дурюк-то картонная. Давайте больше кусочек положу. Это будет... Мне всегда нравилось, как ливер пахнет. Иди кушай. Кушай, кушай, кушай. Кушай. Сначала мясо едим, да? Ну, правильно, в принципе. Златень, дребедень. Что, ты хочешь пройти погулять? Ты пойдешь, я знаю. Ну, недолго, потому что ты все равно тоже хочешь кушать, да? Умничка. Вам как раз с Танюхой. Танюхи. Блин. Сейчас. Блин, горел, да? Кушай. Умничка, умничка. Видишь, как нас зима радует, да? Теплом. Хоть дает какие-то еще дела сделать. Вообще... Вот, и так, друзьям огромное спасибо за весюльки. Очень под Новый год дом шикарно смотрится во всей деревне. Ни у кого такого нет. Вот Танюха несчастная. Танюха самая несчастная. Танцорша. Иду к тебе. Иду, попой. Сейчас будет больше времени. Пойдешь погуляешь? Пойдешь? Нет? Скажи, что там сыро, да? Это... В шлепках в этих. Так, давай сделаем. Я сейчас тебе с кастрюли прям высыплю. Нет, там еще ничего не положил. Подожди. Ну вот, 15 литров как не бывало. Так, теперь творог остался. Так, сейчас, блин. Давайте я подожду, когда вы поедите. Чуть-чуть, чтобы вам в еду положить. Кушай. Чик, и все. 2 часа варенки, трудов, и все. И нет кастрюли. Все чавкают. Завтра свет будет здесь, да. Вот вверху. Вот этот свет, который будет основной потом. Все, все. Кушай. Кушай, кушай. Не буду я тебя выпускать. Кушай, доедай. И не ревнуй. И там осталось 2 пачки. Еще мы сделаем веранду. Там поверху пустим. Завтра купим розетку уличную, чтобы двойной выход был. Вот. И это. Чтобы включить и потолок. Как в доме, если вы видели, да, в доме, то это также будет и на веранде там идти по потолку. Вот. И все, в принципе. И собакам пустить так, чтобы им только... На глаза это не давило, не моргало, не мешало. Все мы это продумаем, я говорю. Вот, а потом мы едем в город. У нас есть дела. Мне сразу к нотариусу надо. Туда-сюда. А потом завещание пишу. Заполняю завещание. Вот. Вот, и это. Завещание напишу. И все. Потом завещание отвезу в Москву. В принципе, пока все. До Нового года, если каких-то нюансов не будет. Если только там другие, может, что-то будет другое. Вот так. Посмотрим. Да? Вот, короче... Кушайте, кушайте. Сейчас будем творог кушать. Короче, такая ночная кормежка. Ты в творог хочешь выйти и сразу по... Иди. Иди, выйди. Я тогда сразу вам... Сейчас не буду тогда в один ролик это все пускать.
Пусть вот ночной будет вот такой вот. А уже утром встанем, вот там в туалете. Так, мне вас спускать надо, только не всех. Вот, а потом уже утром, как мы что будем делать, я завтра уже, ну, в этот же день этот выйдет. Да. Сейчас пару часов он обработается. Белка чуть прихрамывает. Чуть-чуть осталось. Вот. Но это временно. Она разойдется. Сейчас будем по лесам. Или как там, по лесу гонять. Вот. И разойдется. Просто все-таки, ну, Танька прокусил ей вместе этот. Прям вот под лапы, там подмышка, где чуть-чуть дырочка и это. Хотя Ханти, она тоже в ноге, когда была вот эта драка уже порядком. О, две подруги смотрят за ней. Не это. Все пройдет. Со мной нежные места такие. Они знают, куда хватать. Все-таки как с... Это же лайка. Вот. Я по одной их выпущу, потому что у каждых еда. Могут ревновать и немножко задраться могут. Все, доедайте, доедайте. Бел, тебе что там, помочь? Не? Потише сделаю. Вот так вот сделаю. Чтобы особо... Вот так вот, только вниз опустить чуть-чуть, чтобы мне... Каюрбан, иди погуляй, иди. Тебя можно... О, ты все слупил уже. Все, иди, сейчас будет творог. Каюр, иди. Давай, 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 давай. Погуляйте. Парно, я вас выпущу. Ночные демоны. Да, 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 да. Скакун драгунский. Да. Опять куча песка, вот опять песок. Фонарь тоже мне подарили на Новый год, на день рождения. А, еще забираю я разрешение на СВД. У меня госуслуги прислала приглашение в Росгвардию забрать. Так что я поеду как раз завтра. У меня, вот, пока будете этот ролик смотреть, у меня много дел. Нам купить провод, повесить все фонари, кинуть переноску. Виталик предложил пустить ее... провод верховым, ну как бы вот, знаете, как навесом, чтобы провод, мало ли что, не замкнул или что-то еще такое. Так, ты опять к вишне там? Чума. Злат, ты готов выйти? Иди. Тут не будьте, ничего, иди. Закрой тогда. Все, полетели. Светит хорошо, вот я прям им не нарадуюсь. И держит долго батарейку. Вообще вот этот тройной такой. Вот они там. Сейчас я приближу. Морды. Скакал. Контоль, ты пойдешь? Лежит ты тоже. О, дом открытый. Но Виталик лишь бы не испугался. Они все залетели. Ханта выбежал, сразу надо, вот все, Залта сразу разбивает, показывает, что у нас главное. Ну все, разбивай их, Злат, уводи ее. О, видите, как она посередине раз пробежит, и все. Танюх, ты все поел, тоже готова? Ну, давайте я с вами тогда догуляю. И ребята будут все, девчата, довольны. Мне же лишь бы только фонарик заряжен, я вас не должен упустить. Деловые. Чуть, ну, пройдет. Не переживайте так сильно. Так что у меня завтра и Росгвардия, и нотариус, и это, и то. Вот.
Короче, заполняю свадебное, это как оно там называется, соглашение. Что если при случае развода... Тихо, ты что так мне сегодня толкаешь? Морда. Морда. Чтоб претензий не было. Так, Танька пошла сразу пошакалить. Ну, точно. Тайна. Ну, ты... Ну, что ты постоянно вот сразу? Только поела. Ну, а так, в принципе, все по плану. Ждем Новый год, Рождество и так далее. Праздники впереди у всех. Хорошо всем. Хотя бы просто посмотреть, даже у кого нет возможности, телевизор. Что я каждый год это делаю. Я особо никогда не отмечаю, не этот... Вот. Если по роликам посмотрите, я постоянно в лесу. Что 30-го, что 31-го, что 1-го. Вот. Кто летит? Златка. Ночные лайки. Ночные лайки. Лайки-страйки. Лайки-страйки. Молодцы, молодцы. Вот видите, как раз и... Ой, все, встала, охраняешь меня? Ну и что, вот встала, чтобы ко мне никто не подходил. Единоличница, собственница. Вот они на песке вот сейчас устраивают эти игры. Тихо, Танюха, не надо. Грязно, лапы. Лапы мокрые. Ну, обнимайся. Вот, Каюр, дай лапой. Все, все, разбивай. Златка вообще с таким интеллектом в голове, это вообще кошмар какой-то. Хантуль сейчас будет охотиться, что ли, опять. Пройдут года, конечно, вот здесь можно сделать освещение какое-нибудь более такое суперское, да, там какие-то фонари какие-то. Чтобы площадка вся освещалась, чтобы если они гуляют, чтобы видно, что было, где и чего и как. Вот. Так, в принципе, вот я вам. Все, я тогда буду с ними гулять. Нам осталось не поспать чуть-чуть, потому что мы занимались розетками и переделали двойные на четверные, чтобы всем хватало заряжаться телефоны. И так далее, пошла, 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 пошла. Иди уже, шла-то иди. Чё? Ну все, все, не без ревности. Вон, видишь, как они вдвоем сидят. Танюха играет. Все, не буду мучить ваши экраны. Вот. Буду надо глаз и глаз за ними. Вот. Опа, села. Атака. Станька хочет мячик поиграть. Так что увидимся теперь белым днем. И все, и так далее. Пойдет сейчас неделя будет такая интересная. А потом выходные, я думаю, что, наверное, поедем на коллективную охоту загонную. Кстати, кто не понимает загонной охоты, посмотрите, просто забейте в Ютубе загонная охота и все поймете, что такое загонная охота. Почему там люди кричат и почему там такое происходит. Вот. Это две разные охоты, кто не понимает. А так, все сейчас можно найти в интернете. Все посмотреть и так далее, и так далее. Все, давайте всем благ. Я сейчас догуляю, это я пойду. Злат, ты там шакалишь? Так, это белка. Злат, ты шакалишь? Я закрыл там вольеры. Вот так вот. И все, увидимся. Я думаю, отметим все вместе 300 тысяч. В плане того, что... Просто отметим, что такое есть, такое небольшое событие. И более, не более того. Вот. И так далее, и так далее. Вот целая куча ночных лайк. Все. А то дождик идет, я начинаю, эта аппаратура мокнет, и это... Моросит. Все, всем пока-пока.
вкусный товарожок. Сейчас ты пойдешь. Танюха тоже с удовольствием слупила. Иди кушай. Вон какой брикет тебе. На. Держи. Кушай, кушай, кушай. А это зимой. А я хочу вернуть то, что потерял. Сохранить то, что имею. Получить то, о чем мечтаю. И в конце концов вычеркнуть тех, в ком ошибся. Как-то так.